Три дня славянцы отмечали день рождения района и юбилей города. За это время состоялось много красочных и ярких мероприятий, в которых приняли участие тысячи наших земляков. В последний день состоялась фееричная церемония закрытия праздника «Цветок-2015». Почти 70 тысяч жителей – гостеприимных, трудолюбивых и жизнерадостных. 70 тысяч взрослых, молодых, совсем юных. Тех, кто живет, работает, учится в Славянске на Кубани. Это город со своей интересной, богатой историей и, конечно, большим будущим. Району процветать во всех отношениях, хорошеть, экономически процветать. А жителям главное – здоровье, радость и веселье, побольше праздничных дней. Жителям желаю, чтобы также продолжали ценить и уважать свой город, то есть благоустраивать его, а городу расти, улучшаться, процветать. Всего самого лучшего. Людям, ну, мира это прежде всего. Ну и всего самого наилучшего и городу, и району, процветания, и всего самого хорошего. Вечером в свой день рождения Славянск на Кубани собрал столько людей, сколько театральная площадь могла вместить. Все с большим удовольствием вспоминали яркие, насыщенные дни праздника. Кто-то был активным участником всех конкурсов и мероприятий, а кто-то просто получал удовольствие от происходящего. Мы наблюдали. Организация прошла, конечно, очень хорошо. Все было сделано красиво. Мы все три дня наблюдали, мы с детками приходили сюда. Так что все красиво, все всем спасибо за такой праздник. Очень, очень, безусловно. Настолько красиво, настолько вот мы, это цветы были, это нечто. По-моему, очень красиво, все достойно, все сделано. Получили большое удовольствие, посетив. Очень понравилось, свежая идея. Много сама была участником выставки «Цветок-2015» Алла Герань. Поэтому это позитивные эмоции, новые люди, с которыми мы общались и замечательно провели время. В начале вечера творческими номерами всех порадовали участники конкурса «Белая роза». Главным событием вечера стало награждение победителя конкурса на лучший ландшафтный дизайн, конкурса «Алая герань» и конкурса «Белая роза». Победителям вручили дипломы и памятные подарки. Церемония закрытия праздника «Цветок-2015» получилась яркой и фееричной. Продолжением праздничного вечера стал гала-концерт для всех жителей небольшого, но такого красивого города Славянска на Кубани. Завершился вечер праздничным красочным фейерверком, который окрасил ночное небо яркими огнями. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Андрей Постовой. Программа «События».